Злоумышленник звонил на номера десногорцев и сообщал тревожные новости. Якобы их родственники попали в беду, например, совершили дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Но уладить ситуацию неизвестному звонившему по силам. Сумма услуги составляла от 10 до 50 тысяч рублей. Взволнованные родственники в большинстве своем отправляли деньги мошеннику и лишь позже понимали, что их обманули. Как осуществляли мошеннические действия? Телефон. Как именно звонили, представляли, что как? Да, звонил, представлялся сыном. И далее? Ну и тем самым просил денежные средства. После неоднократных обращений потерпевших в полицию, сотрудники оперативно вычислили подозреваемого. Им оказался 39-летний ранее судимый житель Новосибирской области. Оттуда же он и совершал свои телефонные звонки, сумма ущерба от которых составила около 100 тысяч рублей. Свою вину подозреваемый признал. В отношении подозреваемого следователями отдела МВД России по городу Десногорску возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса «Мошенничество». Наказание по данной статье предполагает лишение свободы на срок до 5 лет. Устанавливается причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ.